по обслуживанию наших погостов у нас три, как вы сами знаете, у нас 46-й, 47-й и нашего кладбища в районе Каменного карьера. Работы производились у нас, самый пик, наверное, работ приходится на родительский день. Могу сказать, что мы вывезли порядка 75 машин мусора. Есть, конечно, проблемные точки. Это у нас свалка мусора, которая находится, если мы едем по нашей региональной трассе, видим ее. На сегодняшний момент могу сказать, что мы подали документы на субсидию, на получение денег на вопрос несанкционированных свалок на сумму там, до 2 миллионов рублей. То есть мы в нее пытаемся попасть. Сейчас документы проходятся на рассмотрение, а дальше уже как решит комиссия, которая будет производить опор. Также опост у нас производился один раз, это в канун 9 мая, был опост рабы на аллее ветеранов. Работаем точечно по заявкам, где у нас деревья упали, либо собираются упасть, было спилено порядка 50 деревьев, чтобы все те, которые уже завалились, те, которые готовы не завалиться. Это у нас и смотритель нашего кладбища, говорит подрядчик, вот так же и жители, когда обращаются непосредственно в управление городским хозяйством, ну и приукрашенную администрацию. Также были у нас проведены работы по замене ветхих мостиков на бетонные. Это у нас между 46-м и 47-м кладбищем идет Левосток, и там у нас есть такие переходы. В этом году еще также планируем заменить ряд подъемов. У нас где 47-е кладбище, есть подъем в гору, там тоже лестницы, из дерева уже сгнили, и примем решение сделать, скорее всего, из бетона либо из металла. То есть точно так же. Но это не в рамках контракта, это будет у нас социальное партнерство. Сейчас, когда прозвучал сообщение, доклад Павла Вадимовича, ну вот как бы такая была эмоциональный фон, что как будто это так все здорово, что вывезли это, но если мы посмотрим в контракт, то это их обязанность была. Очистка территории от мусора, в том числе канава между 46-м и 47-м кладбищем, ну так читаю дословно текст, и объемы здесь достаточно порядочные стоят, и кратность 12 раз в год, да, последняя цифра. То есть подвига никакого нет в том, что сделано. Есть ли, обращаясь вот сейчас уже к вам, есть ли здесь еще контроль за тем, что действительно вот эта 12 раз кратность осуществляется? То же самое могу сказать про спил и обрезку деревьев. В контракте значится, он порядка 2 миллионов контракт, 66 деревьев. Спилить должны были. 66. Тоже подвига никакого нет. И точно так же спиливание скелетных ветвей и так далее. Хочу обратить ваше внимание на окос, что окос должен производиться 3 раза за сезон летний.